Здравствуйте, мы продолжаем изучать законы лошон ара, законы запрета злословия, или как кто-то вчера написал, законы добрословия. У нас сегодня второй день, и мы читаем книгу «Смысл и законы достойной речи». Дар речи определяет суть человека и выделяет его из всего живого. Человек называется говорящий. Запрещено говорить о нарушении кем-то заповеди Торы, то есть Медорайта, постановления мудрецов, Медорабанан, и даже дополнительного устражения заповеди, установленного мудрецами во избежание нарушения сияк. То есть если один человек говорит про другого, смотри, он нарушил, да, этот еврей нарушил какой-то закон по Торе, или он нарушил постановление мудрецов, или даже не постановление мудрецов, только ограду для закона, так есть такой тип постановления мудрецов, то это лошон ара, это запрещено так говорить. А также обычая, да, принятого у евреев. Даже если это не закон, это только обычаи, и все его соблюдают, он говорит, а он этот обычай нарушил, это тоже лошон ара. Поступки, представляющие собой любой из этих видов нарушений с точки зрения Торы, дурны, и поэтому их огласка умаляет достоинство еврея, о котором это говорят. Причем может быть, что человеку все равно, да, он сам человек, ему скажут, ты нарушил этот обычай. Он говорит, ну и что, я его нарушаю, он не обидится. Да. Тем не менее, это умаляет его достоинство, и это запрещено так говорить. Даже о нарушении такой алахи, который очень многие евреи не придают большого значения, сообщать нельзя. Есть такие законы, которые не повезло, да, их почти никто не соблюдает, так все равно нельзя сказать, что он этот закон нарушил. Все люди ценят свое здоровье, надеются на него и просят Всевышнего в молитве, чтобы все их органы работали нормально. Точно так же человек должен молиться о духовном здоровье своей вечной души и для его сохранения стараться как можно лучше исполнять каждую из 613 заповедей, которые приносят всем частям души энергию и вечную жизнь. Да, тут только нужно сделать ремарку, что никто не может исполнить 613 заповедей в принципе. Это только весь еврейский народ. Когда есть храм, и он находится в земле Израиля, сегодня у нас менее половины осталось от тех заповедей, которые мы можем исполнить. Тем не менее, нужно стараться каждую заповедь. И стремиться к такому состоянию, когда весь еврейский народ будет исполнять все 613 заповедей. Шмират алашон, контроль над речью, исключительно важен для духовного блага человека. Люди, которые привычно злословят и привычно слушают лашон ара, мы будем говорить далее, что есть запрет не только говорить злословие, но и слушать его, относясь к нему как к обыденному явлению, в этом мире извращают дарованные им силу речи и силу духа и обрекают свою душу на страдания в мире будущем. Тора говорит, «И создал Господь человека из праха земного, и вдохнул в его ноздри дыхание жизни, и стал человек живою душой». Торгум Онкилос, перевод Тора на арамейский язык, являющийся одновременно комментарием, так передает слова стиха. «И стал человек говорящим духом». То есть дар речи определяет суть человека, отличает его от других творений. Когда Всевышний творит человека, он вдыхает в него душу, говорит Онкилос, он сделал его говорящим. Речь – это то, что делает человека человеком. Соответственно, то, что он говорит, от этого зависит, каким человеком он будет. Сказано в Танахе, кто хранит уста свой, язык свой, тот хранит от бед свою душу. Это в книге притчи царя Соломона. Именно потому, что речь – отличительная особенность человека, стих подчеркивает важность сохранения языка в чистоте. Использовать этот дар извращенно – значит лишить и душу, ее сути в будущем мире, вергнуть ее в беду. Восклицает царь Давид, кто человек, что хочет жизни и любит долголетие, чтобы видеть добро? Береги свой язык от зла и уста свои от лжи. Говорит это царь Давид в псалмах. Спасибо, хорошего всем дня.